всегда чувствую, как внезапно приближается мой сон. И меня накрывает. Сон хватает меня и несет через лес. Домой. Прямо в ад. Там я встречаю своих друзей. Известно, кто из нас мертвый, а кто живой. Но там живые все. Там нет боли, страха, зла, нет лжи. Но этот сон становится обыденным, и я снова хочу жить. Чтобы еще и еще раз вернуться домой. Вернуться домой. 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 Девушка, не хотите с нами на шашлыки? Или на шпикрачки? Вы зря с нами так. А то ж мы за здрасте. Девушка, вам куда-то ехать надо? В Камыш к Черному маяку сколько? 500 устроит? Давайте за 300. Давайте за 300. Ладно. А ты смелая. Смелая? Ну, все-таки девушка одна, с незнакомым мужчиной. А ты не боишься, если возьму и вот этой рукой поглажу вот эту ножку? Не боишься? А вы не боитесь, если я вот этой рукой поглажу вас в ответ? Вчера группа пропала в горах. 8 человек вместе с командиром. Все сразу? Да. Вышли на задание в горы, в труднодоступный район, добрались до места все штатно и вдруг пропали. На вызовы не отвечают. Может, обвал или лавина. А что за место? Горный район, глухомань. Ни жилья, ни проезжих дорог. Я официально не могу даже сводку у сейсмологов запросить. Группа выполняла мое личное задание. Ясно. Поверь, Андрей, я не стал бы тебя беспокоить по пустякам. Где-то в штабе округа крыса завелась. Мы уже давно фиксируем утечку информации. Обеспечить секретность на местном уровне нереально. Нужно выходить на самый верх. А для этого мне нужна четкая информация. А что ищете? Контрабандистов. Засели в труднодоступном районе в горах. Тогда это гражданские дела. Причем тут вы? Дело связано с армией. Против полиции действуют хорошо обученные бойцы-профессионалы. Используется система снабжения вооруженных сил. Схема очень четко отлажена. Действуют бандиты жестко. Крышуют их на всех уровнях. Короче, майор, усилиями одних гражданских лиц канал не перекрыть. Значит, это не обвал, а не лавина. Вашу группу просто сняли. Отрядом командовал Толя Ситых, ты его знаешь. Здрасте. Здравствуй, красавица. Что, не рада гостям? Гостям рада. Все нормально? Да, все купила. Отлично. Ну что, пойдем поужинаем? Не откажусь. Привет. Сегодня пятница, так что решил обойтись без формы, по-спортивному. Ну, что, партнеры наши не приехали еще? Ждем с минуты на минуту. Что за инцидент с вояками? Да все под контролем. Двоих взяли, остальных ликвидировали на месте. Что они тут искали? Выяснили уже? Судя по планшету, учебные задачи отрабатывали. Альпика, боевка, снайперская стрельба в условиях ограниченной видимости. Но это все, конечно, прикрытие. Ну что, пленные говорят? Я без вас не хотел начинать. Ты хочешь мне аппетит испортить? Пойдем посмотрим. Ну так что? Зря я сюда добирался. Я в отставке, но... Но это ваша личная просьба. Да. Я все сделаю. Куда мне выдвигаться? Значит так. Есть точка. GPS, где последний раз отметился Ситых. Угу. Отсюда это, ну, по прямой километров 100. Я буду ждать в городе. Свяжешься со мной по спутнику, как закончишь. Андрей, очень важно. Ни при каких условиях не обнаружить себя. Так, ну если меня обнаружат? Не-не, шаман. Не гулять. Никакой маленькой победоносной войны в горах, ты меня понял? Твое оружие, глаза, уши и камеры с длинной оптикой. Нужны пригодные к опознанию портреты их комсостава, планировка лагеря, количество охраны. Ну и хорошо бы выяснить, чем торгуют. Может, я бы смог обратиться напрямую к высшему руководству и запросить поддержку. Работай скрытно и осторожно. Ну, я понял, как папарацци. Называй, как хочешь. А чё, штопора нет, что ли? Пока нет, сейчас принесут. Да ладно. Забей. Может, попытаешься еще раз ответить? Я же вам сказал. Группа курсантов выполняла учебное задание. Угу. С боевыми патронами. Зазуль, ну давай, давай. Не спи. Они там не подерутся у них в штанах? Не знаю. Сейчас посмотрим. Слушай, дорогой, к чему тебе вся эта канитель? Посмотри на своего друга. Он же сейчас умрет, и ты его уже не спасешь. Нельзя же просто так взять и дать ему умереть. Ну кто послал-то? Задачу какую выполняли? Давай, сынок, говори скорее, а то друга-то твоего сейчас съедят. Слушайте, вы просто скажите, что я должен знать. Я во всем сознаюсь. проблемы-то нет никакой. Скажи и все. Живите себе сколько угодно. Думаешь, нам нравится это делать? Мы просто выполняем свою работу. А ты уперся, вот он и страдает, бедняга. Смотри, он ему сейчас что-нибудь отрежет. Ты этого хочешь? Босс, ответьте. На связи, что там у вас? Гости прибыли. Примите, как положено, мы сейчас идем. Прервемся. Сейчас идем. Купцам все покажу. Товар посмотрят и нормально. Да уж, ты поторопись, а то, знаешь, переезд этот геморрой. Не до экскурсии будет. Но сутки переезда. Хочу. Ну ты давай, подумай, не упрямься. Еще есть шанс спасти твоего дружка. Мистер Блейк. Ну что, дорога не слишком утомила? Отличная дорога. Супер. Мне очень понравилось. Правильно, что не взял вертолета. Ну, на вертолете ведь удобнее. Хотя, конечно, и заметнее. Так что согласен. Иногда кривая дорога короче. Надеюсь, дальше будет еще лучше. О, вы не пожалеете. Желаете отдохнуть, перекусить. Вы не смотрите, что у нас тут глушь для наших гостей. Мы предусмотрели все удобства. Ненавижу удобства. Займемся делом. Ну что ж, прекрасно. Только сперва вам предстоит небольшая экскурсия. Вот, прошу, познакомьтесь. Это начальник нашей службы безопасности Доннар. Прошу вас следовать за мной. Прошу. Почти на месте. Спустимся в лощину и привал. Граната! Доннар, мы их сняли. 6 жмуров, 2 болтуна. Один из них командир. Тащите их сюда, место зачистить. Понял. В общем, как я и сказал, товарищ полковник, почти всю группу положили, кого-то захватили живьем. Сколько пока трудно сказать. И здесь действительно есть лагерь. Оснащено солидно. Какая-то у них там суета. То ли встречают, то ли провожают кого-то. В общем, отсюда мало что понятно, я пробираюсь внутрь. Все, конец связи. Мне все очень нравится. Когда вы сказали, что сможете получать товар в условиях мобильного лагеря, я, скажем так… Вы подумали, что у меня бред. Многие хотят продать подороже, купить подешевле. Но я не из тех, кто покупает задешево. Мистер Лейк, я обещал, что у нас будет чистая сделка. И у нас будет чистая сделка. Что касается сырья, хватает? Более чем достаточно. Завтра я уже смогу сделать распоряжение по сделке. Ну что, начинаете погрузку? Сначала закончим допрос. Это не займет много времени. Хорошо. И давайте не будем с этим тянуть. Зазуля, тащи еще насекомых. Хорошо. Красавец, да. Шампанское мне открой. Ну что, жизнь командиру спасать будем? Давай, дружище, давай, добрые дела делать пора. Нам же ничего особенного тебе не надо знать. Ты просто скажи им, и все. Ты этим никого не предашь. Ты просто спасешь жизнь вот этого парня. Это нормальный, понятный поступок. Тебя за него никто не осудит. Мы же здесь все солдаты, мы все понимаем. Ой, извини, случайно получилось. Сейчас мы тебя перевяжем, все будет хорошо. Зазуля, бинт, йод! Может, ему скорпиончик от дезинфекции? Не надо! Потерпи, потерпи. Сейчас все будет хорошо. Сейчас. Ты что, с ума что ли сошел? Убери, не видишь, ему больно. Давай бинт скорее, быстрее, он кровью истекает. Не обращай на него внимания, он просто отморожен нас. Думаешь, поможет? Оп. Так, нормально. Ничего. Я его сейчас уберу. Если расскажешь, если сразу уберу. Что там делать? Какие вообще? Чего? Давай. Давай. сынок, домой. Скрытая разведка. Женя, прекрати. Давай. Давай, сынок. И кто у вас там главный? Давай. Отправлял-то кто? Воронов. Полковник Воронов. Подразделение. Давай. Молодец, давай. Подробности я не знаю. Верю. Клянусь. Молодец. Вот видишь, не надо никаких страданий. Вот ты молодец. Видишь, все закончилось хорошо. Этих двоих перевязывают. Этому противоядие. Слушай, позвони своим людям. Пускай они определят, что за интерес в армейской разведке к нам. Здорово, парни! У вас тут что-то серьезное? Связь с миром есть? Фу, здорово. Сам кто такой? Я Николай из Юзовки. Приехали тут с ребятами 3 дня назад по горам полазить. Вот отбился. Брожу уже целые сутки. Навигатор разбил. Мобильник вообще не берет. Связи никакой, не знаю, что делать. У вас тут турбаза, да? Да вроде того. Руки за спину. Зачем? Руки за спину, сказал. Да ладно. Стой, не рыпайся. Хорошо. Все нормально? Да вы что, ребят, что? Это обвязка по горам лазить, говорю. А что за знак? Так, все, тихо, не шуми. Тебе как разница. Давай, шагай. Я штука, ребят. Шагай. Здесь останься. Не знаю, что у вас там за кипиш. Здесь полная тишина, никакого движения. Если бы что-то было, я бы вам давно уже отзвонил. А этот полковник Воронов, кто таков? Известная личность. Можно сказать, легенда. Он что, сам по себе такого быть не может? В принципе, может. Полковник вполне способен провернуть такую штуку без всяких согласований. Может, выслужиться хочет, очки набирает. Трудно сказать. Слушай, ты вот чего, ты давай себе и мне все, что можешь по этому Ворону, ну и по людям, которые могут работать с ним в связке. Ну, и информацию, ясное дело, сразу сливай мне. Все. Понял, сделаем. Слушай, что это военные к нам лезут? Что думаешь? А что нам? Нам все равно менять дислокацию. Пускай все суетятся. Ну, это точно. Ты говоришь, на новом месте все готово, да? Ну что, давай переезжай тогда. С этими укушенными что-то делать надо еще. В расход. Че, их с собой таскать, что ли? Шустрый ты какой. Давай сначала по этому полковнику Воронову информацию дождемся. Там уже решать будет. Как скажешь. Посиди пока ты. А как же позвонить? Потерпи, все будет. Седай. Он без сознания. Вижу. Сам-то как? Да так. Ногу прострелили. Но уходить-то все равно надо. Отсюда хрен выберешься. Везде охрана. Чуть пикнешь, сразу колят чем-то. Ни рукой, ни ногой не пошевелить. А эти кто такие? Что здесь делают? Да хрен его знает. Уж заложники какие. Заложник. Подожди. Что за хождение? Почему пост покинул? Там напарника, я новичка в отстойник провожал. Какого еще новичка? Ты скалолаз из Юзовки. Тупой вальный так и не понял, куда забрел. Слушай, я с докладом тебе. Ну, считай, что доложился, давай на пост. Я разберусь. Я помню. Скалолаз, выходи. Не пойду. Я знаю, что вы бандиты. Уверяю тебя, ты ошибаешься. Мы твои друзья. Вставай. Не встану. Вы чего вообще творите? Я сообщу в органы. А органы все здесь? Включая твои. Шаман! очнулся. Идти можешь? Вряд ли. Скорпионами пытали. Ног вообще не чувствую. А тогда придется немного обождать. Я тут осмотрюсь и за вами вернусь, ладно? Давай. Я чувствую землю. Я сливаюсь с пространством вокруг, и земля переносит меня, оставляя незамеченным для врага. Время замирает в этот момент, а земля дышит и становится волнами. Куда ты меня тащишь? Спокойно. Здорово. Я лампочки меняю. Они ртутные. Это опасно. Сколько их? Не знаю, видел одного. Вы что, упустили одиночку? Сам не пойму, он как ртуть. Хоп и нет. Какая ртуть? Давай, перекрыть все выходы. Действительно, как ртуть. Взял его? Нет. Но я его видел. Это наш полковник? Ну, досье пришло. Натворил делов. Считается прям как детектив, не оторвешься. Но это не наш парень. Наш моложе. Может, кто-то из его воспитанников? Полковник Воронов долгое время обучал диверсантов и бойцов-разведчиков. Ты глянь, может, узнаешь кого. Вот. Который? Крайне справа. Уверен? Точно. Достань мне на него личное дело. Все, что есть. Связи, адреса, родственников, включая самых дальних. Это можно. И вообще, ты гляди веселее. Если весь этот шухер лишь самодеятельность каких-то ветеранов, то накрыть их дело времени и все. Ты мне доверяешь? Конечно, ты о чем? Если доверяешь, объявляй передислокацию срочно. Ты серьезно? У тебя под началом сотни бойцов. Ты что, с одним человеком справиться не сможешь? Этот парень уже наверняка успел передать наши координаты своему полковнику. Ну, и что ты предлагаешь? Лагерь уничтожить, оборудование, персонал срочно перевести на новую базу. Местность зачистить. Ну, так и планировалось. В чем нюанс-то, я не понял? В темпе. Здесь не нужно оставаться на ночь. Надо уходить до темноты. Хорошо. Действуй. Шаманов ведь обязательно за тобой придет. Увести. Уходят твои. Меняют лагерь. Ну ты же знаешь, где их новое место будет? Да. Привет, это я. Ты меня не жди, я буду утром. Телефон положи рядом. Хорошо. Я подъеду, позвоню. Ложись спать, ладно? Сейчас уже лягу. Это кто? Болтун. А это кто? А это капитан Власов, следователь из прокуратуры. Это его дом, знакомьтесь. Здрасте. Это кремень. Камень, который древние воины брали с собой на войну или охоту. Воины знали, что при помощи кремня можно изменить реальность внутри себя и вокруг. Тем самым они подчиняли себе врага или жертву, на которую охотились. Наряд не нужен, сам довезу. Боюсь, проблем у нас не будут. Ну и кто он такой? Не важно, кто он. Важно, кто с ним. А так, бандюга известный. Это верно. За мной много кто стоит. Расколоть его прямо сейчас. Не, я сам с ним повесил. Сережа? Иди сюда. Света, уйди, пожалуйста. Один получи. Света, уйди, не мешай. Свет, слышишь? Чего? 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 И чего у них там на базе? Базы нет больше. Снялись они. На месте все грамотно зачистили. А вот этого я знаю. У них охрана заправляет. Стрелял меня метров с 300. И? Это Доннар, наемник. Водил караваны с наркотой из Афгана. Последний раз светился в конце 90-х в Боснии. Значит, все-таки наркотики? Да не похоже. Там у них в лагере слишком много пленных было. Командный пункт, госпиталь. А где они хранят товары, так и не нашел. Ну, может, успели вывезти. А интересно. Чем это они там промышляют? Деньгами солидными вертят, да? Да? Да. Нам всем хана. Спасибо тебе, Андрей. Че, спасибо? Там двое наших гражданских куча. Нужно колоть болтуна, а ломиться к ним. Ты уверен, что этот Власов нормальный? Уверен, нормальный. А ломиться сейчас — это можно все испортить. Нужно дождаться полномасштабного расследования. И с твоим материалом это реально. Я не понимаю, как можно тут что-то ждать. Это вопрос одного дня. Ну, а с этим что делать будете? В СИЗО определим. И не переживай. Расколют его там не хуже твоего. Власов сказал, что с ним проблемы будут. Не будет. Я сам проконтролирую. Давай на кроватку. На кроватку, детка. Ну-ка, ну-ка, на кроватку. Хорошая у тебя информационная поддержка. Имея столько врагов, приходится находить себе друзей. Я пойду. А ну, постой. Ты как? Болеешь чем? Здоровая? Точно? Ну, повернись. Ну, повернись, повернись. Повернись ты, ну. Все, свободно. Иди. Иди, говорю. Иди отсюда, бегом отсюда, ну. Так вот, я говорю, приходится находить себе друзей и подруг в разных сферах. Че там наш майор? В отставке. Ну, покажи. Откуда штука такие упыри вылазят? Им уже занимаются? Да, его уже встречают. Ложись на спинку, детка, на спинку, на спинку. Ай! Ну и что? Сразу кончишь? Я не тебе, скажи. Или, может, все-таки сперва побеседуем? Ну, сам же говоришь, он в отставке. Может, контракт ему предложить, деньжат посулить. Не тот номер. А может, все-таки из спортивного интереса? Мой интерес – бизнес. Когда меняется реальность, то границы между явью и сном исчезают. И возникает единое пространство, в котором враг всего лишь фантом. Враг – это то, кого не существует. Значит, он не может убить. Да, я все понял. Сделаю, как вы сказали. Я совершил ошибку. Больше это не повторится. Рад, что мы говорим на одном языке. Вижу, ты деловой человек. Так точно. Отлично. Теперь, Андрей, надо прибрать за собой. Собери тела, спрячь. Избавься от джипов. Никому не нужны лишние засветки. Сделаю, как вы сказали. Вот и хорошо. Конец связи.